Какие территории благоустроят в следующем году, решат тюменцы. Голосование начнется на портале «Я решаю» 28 февраля. Все желающие смогут выбрать, какие скверы, парки и бульвары необходимо привести в порядок. В рейтинге будут представлена 81 территория, но в первую очередь благоустроят те, которые наберут наибольшее количество голосов. Там планируют сделать освещение, детские и спортивные площадки, посадить деревья. Кроме того, будет и Wi-Fi. Итоги голосования подведут уже в марте. Процесс бюджетирования, который у нас начнется уже начиная с июня месяца, будет подразумевать под собой как раз таки процесс защиты, сколько денежных средств будет предусмотрено в 2020 году. И, соответственно, те территории, которые получат наибольшее количество голосов, будут отобраны для целей благоустройства в 2020 году.